самых знаменитых режиссеров. Джеймс Кэмерон. Этот режиссер любит масштаб, эпичность, и у него всегда есть сильный женский персонаж. Ленни Гейнгай, великий корейский режиссер. Он снимал, нетипичные личности и высмеивал человеческие пороки. Итак, Стивен Спилберг. Он очень любит силуэты на фоне яркого света. Даша, может ли змея ползти по свободной висящей веревке? Нет, Илья, я так не думаю. Этого просто не может быть. Значит, Игорь Мазанев понял ошибку? Да, это был маленький лев Артура Конан Дойла. А ты смотрел книгу или читал фильм? Я смотрел фильм и читал книгу. Ну и как, тебе понравилось? Элементарно, это гениально. Если вы хотите слышать российскую речь, видите на работниках свободных и много зелени, значит, перегоны, кинемпика, как сна. Даша... Моя прелесть. Юрий Чмелюкин. Вы, наверное, не все его знаете, но любите его фильм. Где мы? Девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз, и ночами ветер. Он очень любит съемку книгу вверх. Поправьте реквизит, да, вот так вот. Мне он видит прекрасно, а тебя что-то подай. Все, хорошо? Просто... Даша. Моя прелесть. Нет, всё, нет. Подожди. Давай. Ян, дай списать. Илюша, что такое? Гайдая вспомнил.